Привет, друзья! И вот я уже 3 недели как пользователь данного смартфона. Пользуюсь как основным, потому это не совсем обзор, а уже даже опыт использования, что еще более интересно, чем обзор. Так как за это время я оценил как достоинства, так и недостатки, так что готовьтесь услышать правду и общее впечатление о данном гаджете от пользователя без приукрас, но и без лишней скромности. Все как есть. Поехали! В распаковке я сказал, что данный аппарат без привлечения лучший в своей ценовой категории. Попробуем в полном обзоре разобраться, так ли это. Судите сами, современный, достаточно производительный и энергоэффективный Snapdragon 630, 464 ГБ памяти, рабочий модуль NFC, которым я, кстати, часто пользуюсь, USB Type-C, что как ни крути, гораздо удобнее, чем microUSB. Двойная камера, что очень даже неплоха, лучше собрать их за ту же цену и не хуже телефонов чуть подороже. И стоит все это добро $160, плюс-минус. Но даже это не главное, он просто хорошо и без глюков работает, при этом оболочка удобная, интуитивно понятная и достаточно шустрая. Но тут вопрос, кто у нас король среди бюджетников и ультрабюджетников? Xiaomi. Правильно, Xiaomi. И по ходу видео будем местами сравнивать с гаджетами от данной компании в той же ценовой категории или чуть выше. И чтобы все-таки лично я выбрал из той же ценовой категории Xiaomi или Sharp, об этом чуть позже. А теперь по порядку. Купил за $160 на JD. Там цены скачут туда-сюда, бывает и по 200, и по 150, но думаю, скоро лафа закончится. Все-таки их запасы там не неисчерпаемы, но только этот магазин дает нормальную цену на этот смарт, потому и спрос есть. Также есть версия на Snapdragon 660 и памятью 6 128 ГБ и стеклянным корпусом, но стоит уже ощутимо подороже, и ее нет в наличии на момент записи данного видео, и неизвестно, будет ли. В общем, ссылка на магазин внизу в описании, и если думаете брать, не откладывайте в долгий ящик это дело. Цену смотрите сами, опять-таки они прыгают, но если видите в районе 160 баксов за младшую версию, берите и не думайте. Ну и теперь о внешности и эргономике. Первое, что меня насторожило в этом смартфоне, это глазок камеры посреди экрана, как у циклопа. Я не буду отказываться от своего мнения, что это неправильно. Особенно бесит мода на монобровь, что еще хуже. Я считаю эти извращения лишними и нарушающими всю эстетику. Если бы Малевич сегодня рисовал свой квадрат, наверное, уже с монобровью он был бы, да? Это что за хрень? И вообще, позор производителям, что косят под iPhone. Xiaomi в том числе, которые недавно выпустили Mi 8, и он похож на дешевую копию iPhone 10. Да простят меня адепты, но это пародия, так же как и OnePlus 6. Вот вам пример Vivo Epix с выдвижной фронталкой, и без моноброви, и без рамок, вот как надо. А монобровь, извольте. В общем, тренды убирать 3,5 джек и добавлять монобровь без причин я считаю крайне глупым, и это маркетинг. Ну что поделаешь, нам, потребителям, остается делать выбор, и иногда с компромиссами. Хорошо, что тут хотя бы не монобровь, а глазок камеры, куда еще поместили датчики. Хотя лучшим решением было бы разместить фронталку внизу, как на Xiaomi Mi Mix. Вот мое мнение. Ну ладно, худо без добра не бывает, зато кто первый раз видит смартфон, замечает его, людям интересно. Даже айфоном разок обозвали, на что Sharp, наверное, обиделся. Еще он выделяется тем, что на экране есть скосы. Их можно закруглить софтово, но я этого делать не буду. Все равно эта часть экрана не задействована ни при серфинге, ни при просмотре видео, ни при играх. По сути, по бокам у нас место для уведомлений. Но в настройках можно включить режим, где края тоже будут задействованы. Но это некрасиво, и этот глазок отвлекает. Потому рекомендую оставить все как есть. Пусть в приложениях, браузерах и видео эта часть обрезается, так гораздо лучше. Вот так-то совсем другое дело. Ну и еще один момент, вы запросто сможете сделать со своего товарища Терминатора, сфоткав его перед этим. Сам смарт небольшой за счет минимальной рамки сверху. В эту рамку умудрились вставить хороший разговорный динамик, и даже место трехцветному индикатору событий нашлось. Синий, зеленый и красный. Но его плоховато видно, если лежит на столе, например, или днем, но зарядку контролировать можно. Еще я скажу вам, что носить в кармане джинс, шорт его очень удобно. 6 дюймами 18 к 9 было гораздо сложнее в этом плане, так что любители компактов заценят. При этом экран у него достаточно большой, 5,5 дюймов, с чуть нестандартным разрешением, за счет чуть более длинного дисплея по сравнению со стандартным 5,5 дюймов.
не считая глазки камер с датчиками. И плотность пикселей тут выше, 420 ppi против 401 в Mi Note 3, к примеру. Ну и зацените их габариты наглядно. Такие габариты возвращают нас в те времена, когда 4,5-дюймовые смартфоны называли лопатами. Крышка сзади пластиковая, но рама металлическая, что ощущается. Клавиши не люфтят, качелька громкости нажимается с приличным щелчком. Примечательно, что снизу USB-C. И каждый раз, ставя на зарядку, радуешься тому, что не нужно выбирать, какой стороной втыкать кабель. Мелочь, но очень облегчает использование, кто бы что ни говорил. Тут же динамики и микрофон. И сразу обращу внимание, что лоток комбинированный. Карту памяти тоже можно вставить вместо одной SIM до 128 ГБ. В руках смартфон держать приятно, к шторке дотягиваться легко, в общем, юзабельность на хорошем уровне. Сам экран у нас производства Sharp, конечно же, и он шикарен. И по насыщенности, и по углам обзора, и по яркости. Также очень контрастный, я бы даже сказал, местами чересчур. В играх иногда хочется меньше контраста. На солнце читается отлично. Олеофобное покрытие хорошее, я пользовался сначала так, потом наклеил пленку. Кстати, пленок у нас в магазинах вы не найдете, а у меня завалялась пленка от Xiaomi Redmi 3S. По ширине просто идеально подошла, вроде как родная. Просто где было место под фронталку в Redmi 3S, я вырезал место под сенсор. Идеально получилось. Правда, фронталка с датчиками заклеена оказалась, но это не мешает их работе. Вот вам лайфхак. Кто сильно хочет пленку, можно клеить от Xiaomi Redmi 3S. Тач очень чувствителен и точен в срабатывании. В настройках экрана можно выставить два режима экрана – стандартный и динамический. Последний способен делать местами дисплей еще насыщенней, но я оставил так. Также можно подрегулировать баланс белого. По умолчанию он может показаться кому-то чуть с уходом в теплые оттенки. Но если выставить холодный, любители белого дисплея будут довольны. Я же, например, пользуюсь теплым, так как от него меньше напрягаются глаза. Также доступен режим защиты зрения, включение которого можно задать в настройках по часовому поясу или по времени. Экран встает желтый, но степень этой желтизны отрегулировать нельзя. Ну и тут же можно выставить соотношение экрана. Я оставил авто. Но это авто такое же, как и 16:9, ничего не меняется. А вот если 17:9, в YouTube будет такая картина. Ну и в играх. Повторюсь, лучше, если глазок камеры не мешает, но, как говорят, на вкус и цвет. В целом дисплей вам точно понравится. Под дисплеем у нас не физическая, а сенсорная кнопка, она же кнопка управления, она же сканер отпечатка. Изначально ключи вы обнаружите на экранной кнопке, которую нельзя оставлять при наличии такого удобного решения, как кнопка навигации. Их можно скрывать, но лучше вообще отключить, и тогда, зажав кнопку, будет действие «Домой». Один раз нажав, это шаг назад, и проведя в любую сторону пальцем по кнопке, вызовите меню запущенных приложений. Это чертовски удобно, я приноровился очень быстро, а на экранной кнопке отъедает место, так что выбор за пользователем. Сам сканер отпечатка работает очень точно, хотя сама кнопка не очень большая, срабатывает почти в 100%. Для сравнения, на Mi Note 3 тоже сканер отпечатка спереди и чуть больше, но не срабатывает чаще. Если, например, криво палец приложить, тут же прям супер. Скорость разблокировки у Mi Note 3 чуть быстрее, но на Sharp с головой хватает. Отмечу также, что считаю самым удобным расположением сканера именно спереди. Лежит на столе – чудесно, не нужно поднимать, разблокируется аж бегом. Лежит в кармане – супер. Когда достаю из него телефон, большой палец автоматически ложится на сканер. Кнопка чуть выступает и ощущается, и когда я достаю телефон, он уже разблокирован. И это круто! В машине в держателе тоже удобно. Хоть, в общем, это дело привычки и опять-таки вкуса, но перепробовав разные варианты, лично я выбрал бы со сканером спереди. Ну теперь о производительности. Тесты Antutu нынче до фени, так что я понемногу отхожу от этой практики. Лучший бенчмарк – это скорость работы интерфейса и тяжелые игры. И вы знаете, я доволен. Интерфейс работает шустро и без лагов. Недавно проводил игровой тест Redmi Note 5 на Snapdragon 636 и Mi Note 3 на 660 снапе. Кто не видел, обязательно посмотрите. Так вот, примечательно, что на этой прошивке я запросто играю в танки на средних настройках с тенями и FPS вполне играбельный, хотя и бывает проседание местами. Также и в PUBG в легкую играл на средних. К слову, Snapdragon 636 выдает чуть побольше, конечно, но и 630 снап очень даже хорош, так что производительность вполне на уровне.
Но есть момент, почему я сказал на этой прошивке. Все дело в том, что когда пришел телефон, я установил более старшую глобальную прошивку 135E. И на ней во время игр реально смартфон очень ощутимо грелся и при этом тротлил. Играть было невозможно. Я был удивлен, что 14-нанометровый проц так греется. Телефон после 10 минут уже был не способен тянуть тяжелые игры. Тротлинг сказывался ощутимо. Но потом я установил более свежую прошивку 135F. И все стало на свои места. Телефон греется умеренно и тротлинг уже так не ощущается. Так что ставьте ее и все будет норм. Установить данную прошивку очень просто. И в распаковке я наглядно показывал, как это делать. Там же и ссылка на эту прошивку. Сейчас в правом верхнем углу появится ссылка на это видео. Смотрите, кому нужно, и лайк, кому было полезно. Кстати, о нагреве. Очень интересно распределяется тепло по всей металлической раме. Так что с теплоотводом тут тоже все в норме. По датчикам также полный порядок. Есть компас, что здорово помогает при навигации как пешеходам, так и водителям. Датчик освещенности корректно подбирает подсветку экранов автояркости. Также понравилась работа датчика приближения. Экран во время разговора всегда потухший. GPS-датчик, как всегда, на Snapdragon'ах тоже отличный. И в легкую ловит спутники даже в помещении, если это, конечно, не подвал. Еще очень важная фишка в этом смартфоне, конечно же, наличие NFC. Я уверяю вас, попользовавшись смартфоном с NFC, вы уже не захотите пользоваться обычным. На то он и смартфон, от слова умный телефон, который умеет чем больше, тем лучше. Пользуюсь постоянно Google Pay, работать с данным устройством отлично. Ну и пару слов о связи. Wi-Fi у нас Dual Band, 5 ГГц поддерживается. К приему Wi-Fi претензий нет, Bluetooth 4.2 и мобильная связь тоже в норме. А разговорный динамик очень даже хороший, он реально удивил. Орет, причем довольно-таки чисто. То есть слышимость даже в шумных местах будет хорошая. Иногда и убирать приходится, если собеседник голосистый и у него хороший микрофон в телефоне. Меня слышно тоже нормально, хотя сяомовские микрофоны все же получше, а включив громкую связь, и вам нужно будет орать громче, при ней вас слышно хуже. Звонилка с поиском русскими символами и даже украинское «и» есть. По умолчанию фотоконтактов скрыты почему-то. Чтобы исправить это недоразумение, достаточно зайти в настройки звонилки и отобразить контакты. Но пиктограммы маленькие какие-то. Очень понравилось, что в прошивке есть функция записи разговоров. Полезная штука. Я выставил автоматическую запись. Согласитесь, если будет записан важный звонок, это огромный плюс. Активировать автоматическую запись можно в настройках вызовов. Там же есть много интересных фишек. Если говорить о самой оболочке, которая, кстати, прикрывает Android 7.1.1, то она удобна и работает гладко. Я, например, как пользователь Xiaomi, не ощутил дискомфорта при переходе от слова совсем. Хотя нет, люблю, когда, опустив шторку один раз, можно регулировать яркость. Тут она спрятана дальше. Хотя это придирки и привыкаешь быстро. Тут даже если сделать скриншот, он как на сиомовской оболочке MIUI еще висит пару секунд сверху. Нажав на него, можно сразу отправить или сначала редактировать. В общем, настроек и фишек хватает. Можно даже клонировать некоторые приложения. Есть также один момент. Когда я установил Viber, заметил, что сообщение приходит тогда, когда открываешь его. Что меня, конечно, не устроило. Нужно лишь поставить замок, чтобы оболочка не закрывала его, тогда все стало приходить. В подобных приложениях, если не приходят уведомления, можно сделать так же. Звук из внешнего динамика тоже неплохой, но не более. Не скажу, что отличный Redmi 5, которым пользуется моя жена, в этом плане лучше. У него и звук громче, и низких частот тоже больше. Но я не скажу, что испытываю дискомфорт. Смотрю YouTube, и мне вполне хватает звука. Тем более ухо он не режет. Пойдет, как говорят. Касаемо наушников, как вы могли заметить, тут нет 3.5 джека. Но есть переходник, прицепив который к своим наушникам, я и не снимаю. Пусть себе висит там. Громкости в наушниках хватает, по частотам будет нормально для рядового пользователя. Я себе, установив плеер, чуть убавил высоких частот эквалайзером. Жаль, в самой оболочке нет такой возможности, как в Xiaomi, Huawei или тех же Honor. Также хотелось бы больше делений громкости. Бывало так, что в одной позиции тиховато, а добавил еще одну, уже громковато. Но в целом неплохо, хотя бывает и лучше. Ну а теперь о камерах.
В смартфоне установлен основной модуль от Sony IMX362. Этот модуль, к слову, ставили во флагманские смартфоны типа U11+, Nokia 7+, и так далее. Имеет очень хорошую светочувствительность F1.75, что позволит фотографировать в помещении в недостатке света и получать хорошие кадры. И дополнительная камера на 8 мегапикселей для создания фото с имитацией глубины резкости. Эффект боке, проще говоря. Фазовый автофокус тоже есть. Ну и любуемся фотографиями. Я наделал их немало. Обратите также внимание на макро, как красиво размывает задний фон за счет светочувствительной оптики. Тут, кстати, не применялся эффект боке. И цвета камера тоже передает хорошо. В общем, по-моему, макро в данном смартфоне сильная сторона. Также имеем хорошую детализацию. Есть и слабая сторона, плохой динамический диапазон. Ведь не только сенсор играет роль, а и сами линзы и, конечно же, софт. Камера плохо справляется с пересветами и темными участками. Цвет неба вы рискуете не увидеть, если фоткаете кого-то на его фоне, оно может быть часто пересвеченным. Примерно та же картина и в видео. Стабилизации нет, ни оптической, ни электронной, потому снимая на ходу получится нехилая тряска. Звук при съемке видео пишет никудышнее, потому обращайте на это внимание, кому это важно. Так, тестируем камеру Sharp Aquos S2. И вот тут у нас... есть хороший умный собачка, который покажет нам, как нужно дать лапу. Рекс, Рекс, дай лапу. Ай, молодец. Еще дай лапу. Ай, молодец. Голос, голос, голос. Молодец. Ну, как раз проверяем звук. Дай еще раз лапу. Вот, умница. Ладно, улица улицей, но мне недавно пришел ручной стабилизатор. Я решил поснимать в помещении качалочки, что бы вы думали? Правильно, саму качалочку. Ну и людей в ней, конечно. И вот что вышло, качество оценивайте сами. Кстати, лайк, кто хоть раз был или только собирается в качалочку, подкачаться к лету, следующему. Еще к недостаткам можно отнести чрезмерный контраст получаемых снимков, а фронталка не поразила меня своим качеством – 8 мегапикселей f2.0. Ну, так скажем, покатит. Но в итоге, если в совокупности, то это лучшая камера за 150-160 баксов или одна из. Теперь о батарее. Тут она не самая емкая – 3020 мАч. Мне хватает на целый день при условии не самого активного использования. Выдает 5-6 часов активного экрана за день при моем сценарии использования и не больше.
Но если вы будете играть в игры, вам непременно придется заряжать его и днем. А если постараетесь, то и два раза. Если сильно не нагружать, целый день будете на связи. А если что, то режим сохранения энергии поможет. У меня бывали случаи, что нужно было активировать. Эх, сюда бы еще 1000 мА и было бы просто бомбезно. А так автономность средняя, не самая сильная сторона данного девайса, просто средняя. От штатного зарядного устройства на 5 вольт 2 ампера заряжается на 33% за 30 минут, за час на 63%, за 1,5 часа на 89%, и полностью зарядка занимает около 2 часов. Также есть поддержка быстрой зарядки. Блоком зарядки от Mi Note 3 зарядил за 30 минут на 41%, за час на 74% и за час 45% на 100%. Хотите заряжать быстрее, докупите быструю зарядку. Особенно ощутимо быстрее зарядка идет в начале. Теперь настало время подвести итог. Так лучший или нет за эту сумму? Да. Спустя несколько недель использования я еще больше уверился в этом. Почему? Потому что наконец-то доступные смартфоны начинают обладать флагманскими характеристиками. В данном смартфоне это наличие NFC, USB-C, достойная камера, классный экран и отличный безрамочный дизайн. Спорный момент, конечно, глазок камеры, но к нему можно быстро привыкнуть. А особенно хорошо, что в приложениях он не вылазит, а скрывается. Еще один плюс, на мой взгляд, это его габариты. Носить просто классно удобно. А как недостаток, батареи бы побольше и 3,5 джек на место. Также, пока Sharp ко мне ехал, заказал силиконовый чехол. И он намного лучше комплектного. Сидит плотно, не скользкий и выступает немного над экраном, также и над камерой. Ссылочку на всякий случай тоже оставлю внизу. А что там у нашего короля Xiaomi по бюджетникам за данную сумму? Золотистый Redmi Note 5 на 3,32 ГБ памяти за $163 можно найти. И за 158 можно найти золотистый Redmi 5 Plus на 4,64 ГБ. Ну и что, ребята, в Redmi Note в два раза меньше памяти, microUSB вместо Type-C и нет NFC. Камеры примерно одного уровня. Подобная картина с Redmi 5 Plus, только процессор чуть слабее. Я не говорю, что это плохие гаджеты, они отличны. Экраны, автономность, оболочка. Но лично для меня выбор за эти деньги очевиден. Свое мнение пишите в комментариях, а с вами был Smart Plus. Не забудьте подписаться на канал и всем пока, друзья. Давай лапу. Давай лапу. Молодец. Покажи зубки, покажи. Ай, молодец. Во. О, зубастик. Улыбочка. Голос. Голос. Эх, не хочет уже голос. Ку-ку. Ха-ха-ха-ха.